Актриса Евгения Добровольская сегодня мама четырех детей. И если с папами троих детей все понятно, они были официальными мужьями актрисы, то про отца еще одного ее ребенка, сына Яна, ходило немало слухов. Отец ее третьего ребенка был женат. Позже Добровольская сама рассекретила его имя — Ярослав Бойко. Вот что Добровольская рассказала в интервью журналу «Караван историй». «Все мои подружки тогда плакали. Может быть, отец Яна останется с тобой? Я же думала, не приведи Господи. Если живешь с человеком, ему нужно доверять. А Слава Бойко женат. Поэтому я себя чувствовала очень плохо. Отношения с женатым мужчиной – это чудовищно и противно». Но Добровольская не переживает. Она всегда говорила, что главное для нее – только дети. «Они мне родные люди». Своего четвертого ребенка, дочку, она родила уже не от чужого мужа, а от своего. Молодого оператора Дмитрия Мананникова, за которого несколько лет назад вышла замуж.